захожу, переключаю краники, поливаем вверх, вниз, закрываем. Вот два краника, открываем вверх, закрываем вниз. Почему мы так делаем? Потому что у нас уклон, уклон небольшой, порядка 2 метров. Там внизу было замечено, когда открыты вот так два краника, вылив воды был там больше, наверху меньше, вода скатывалась. Из-за этого и урожайность была меньше. Сегодня ветер, ничего не слышно, но постараюсь говорить громче. Вот эта капельная лента себя показала очень хорошо. Пленка выдержала достойно, она у нас стрейч, она тянется. Ничего она не полопалась, там он участок был, сейчас мимо прошел, открытый. Все там замечательно. Выдержала, без лопин. 20 микрон, на следующий год будем заказывать 30 микрон. И обязательно тоже стрейч. Вот. Что там дальше? Арбуз вот так вот выглядит. Уже где-то по 7-8 килограмм. Догоним его до 12. И я думаю, уже плеть сядет. В том году в это время уже торговали. Вот. В этом году то, что холодно было, из-за этого все сдвинулось. Честно говоря, каждый год на 15 дней сдвигаемся. Все ниже, ниже, ниже. Ну ничего. Прорвемся. Пойду дальше переключать. Снова открываем вверх-вниз. Один кран вверх, вниз закрываем. И вот так вот 600 метров 200 раз надо наклониться. Раньше мы этого не делали. Мы 2 кранами поливали. То есть от магистрали. Открыл, закрыл и все. Но нам это не понравилось. Арбуз цветет, растет, плеть живая, это очень хорошо. Урожай будет нормально. Сейчас цена у нас в Сулецке по 7 рублей. Торгуют, вчера отгружали ребят. Погрузка пополам, погрузка. Разные цены. От 350 до 500. Местные у нас берут 350 за тонну. Получается 35 копеек за килограмм. Здесь у нас какой-то порыв. А, вот соединяшка. Здесь пропускает.